Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия. И сегодня я вам хочу рассказать о новинке. Вернее, у нас три новинки в каталоге номер 10 от компании Oriflame. Это такие бустеры. Очень сильная, интересная, сильный и интересный продукт, который появился в нашей компании. Вот так выглядит бустер энергетический. Всего их три. Но я пока взяла один первый, чтобы попробовать и посмотреть на свои результаты. И сейчас я вам расскажу, как пользоваться и разные тонкости, которые нужно соблюдать. И отвечу сразу на некоторые вопросы, которые мне уже поступают в личных сообщениях. Итак, бустером я пользуюсь уже несколько дней. То есть четверг начала на прошлой неделе, четверг, пятница, вот, воскресенье, понедельник. Получается 5 дней. Итак, какие результаты я заметила? Первое, у меня заметно уменьшились поры. То есть они прям совершенно незаметные, особенно круто, когда наносишь тональный крем, то кожа просто идеально гладкая. И само состояние кожи, на мой взгляд, хорошее. При том, что в эти дни у меня были недосыпы, я очень уставала, сильное такое напряжение, потому что много работы. И когда ходишь на улице, сильная жара, и я заметила, что кожа прям в прекрасном состоянии. Сейчас я только умылась и нанесла крем для глаз. И покажу вам, как пользоваться бустером. Первый вопрос, который мне часто задают, это можно ли использовать сыворотку. Да, сыворотку использовать можно. Это отдельный продукт, и он наносится под крем. И я прям беру свою сыворотку любимую, серия Экологен. Это серия Novage. Экологен. Серия мне очень подходит и очень нравится. И я переживала, смогу ли я пользоваться этой же серии совместно с бустером, потому что компания рекомендует использовать бустер совместно с кремами из этой же серии Optimals. Ну, мне Optimals уже не хочется пользоваться после того, как я привыкла использовать шикарный, роскошный, комплексный уход Novage. Я обычно беру или Экологен, или Ultimate Lift с лифтинг-конфектом, то есть чередую их. Обращайте внимание, как наношу сыворотку тоже вбивающими такими движениями, пальчиковый дождь, и поднимаю вверх, то есть направление вверх, чтобы кожа сразу понимала, надо вверх, вниз не стоит торопиться. Итак, я нанесла сейчас сыворотку, она очень быстро впитывается, я всего взяла одну каплю, и это небольшой такой слой, она мгновенно впитывается, а пока делаем замес. Буду использовать тоже крем из серии Novage, Экологен, Wrinkle Power. Наношу небольшое количество лопаточкой. И делаю себе палитру на руке. Можно на ладошке делать, но мне удобнее здесь, на тыльной стороне руки. Я обычно здесь замешиваю и тональные средства, и кремы удобнее. И бустер мы набираем вот так пипеточкой. Набрала. И вот сюда одну каплю добавила. Бустер такой прозрачный, у него очень легкий такой незначительный аромат, тоненький. Сразу все закрываю, чтобы не было контакта с кислородом. И смешиваю на палитре. То есть так пальчиком взбиваю все, перемешивается. Что я заметила, что крем вместе с бустером наносится намного легче. Потому что вот именно из этой серии крем, он такой специфический, его можно нанести только вбивая пальчиками. Его не рекомендуют вообще размазывать, потому что иначе он может даже свернуться. Но вот он у меня не сворачивается, но все равно я делаю такой пальчиковый дождь, тоже все движения по массажным линиям. Крем наноситься с бустером стал намного легче, прям веселее несколько раз. Много, немножко крема взяла. То есть его даже можно просто вот растереть крем, и он все равно будет классно лежать. И шею, всегда помните про шею. Потому что мы наносим все движения по передней части вверх,
потом сюда проводим и вниз спускаем. Усиливаем кровообращение. Вот так вот. Ну, конечно, я немножечко потопала, похлопала, кровообращение усиливается. Личик становится таким розовеньким, свеженьким. Ну, просто вот по ощущениям очень приятное. Меня радует, что поры исчезают совершенно. Вот сейчас все впитается. Будет просто ровное, красивое лицо, готовое к нанесению макияжа. Все, весь такой уход. Мне кажется, настолько просто и легко. Просто раз-два и две минутки, и у нас все время ухоженное чистое личико. Утром две минутки, вечером две минутки. На себя можно столько времени выделить, я думаю, легко. Даже при очень большой загрузке это несложно. Итак, бустер прошел тест-драйв. Я сейчас планирую заказать бустер зелененький. Сейчас вам его покажу. Потому что мне очень понравился. Можно, кстати, и розовенький взять, но розовый лучше на ночь. Он для такой сухой кожи, он питательный. А я хочу заказать обновляющий еще бустер. Тоже, мне кажется, будет такая классная штучка для лица. И вам тоже рекомендую, пробуйте, не бойтесь. Тем более в этом каталоге такое классное предложение по цене. Если вы уже бустером пользуетесь сами, напишите в комментариях, какой у вас результат, что вы заметили. Как еще говорят, что чем хуже, то есть чем взрослее и более подвержена изменениям возрастным кожи, тем ярче и заметнее эффект от применения бустера. И вот мне интересно, какие у вас результаты, рассказывайте, делитесь, я думаю, всем будет очень полезно. Вас благодарю всех за внимание. Пишите, если видео полезное, ставьте лайк. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока! GoPro Топ Видео!